Привет всем! Сегодня у нас 23 июля. И снова в лесу вот такая вот красота, тепло. Жаркая погода стоит. И вот такой вот соседний берег. Кое-где уже отцветает осот. И вот так вот садится солнце. И уже процветает лобозник. Вот такой вот у нас лес. Внизу тут растет хвощ. Полевой, наверное. И вот такой вот грибок встретили. И вот еще один такой большой гриб. В траве они. Здесь смородина растет. Поэтому не очень, конечно, хорошо их видно. В этом году сухо, и грибов пока мало. Вот такие вот есть красивые здесь кусты папоротников. И пока удалось насобирать вот столько грибочков. В основном сейчас вот эти вот абабки их называют, подберезовики. И вот еще один какой красавец. Большой такой подберезовик. Солнце уже почти село. Такой вот лесок. И продолжает цвести лобозник. Так много стало паутов, слепней, поэтому же заедают. Не дают ничего собирать. Осот еще не цветет, только лобозник. Макушки леса. Тут совсем листьев мало. Thank you.
перебрали грибы, промыли их. И вот такие вот получились грибочки. Несколько свинушек. Всего одна сыроежка. Два вот таких вот боровичка. И один белый гриб. А остальное все о бабке. Вот такой вот небольшой сбор грибов за нашим огородом в лесочке. Ну а всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.